Хаша, дорогие дамочки, значит, кидаем брови на лоб и внимательно впитываем еврейскую мудрость от розочки. Если таки этот поц говорит вам, что он вас любит, кидайте ему свою карту. Пусть туда в любви и признается. Смотри, какой интересный. Я вижу, розочка отъела нехреновую шайбочку, да? Так и да. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Такую интересную чаечку, ребята, нашел на просторах ТикТока. Такая, да? Чисто одесский город. Ребята, это, знаете, в чем прикол? Это подчеркивает, что женщины всех мастей, национальностей, диалектов, там, я не знаю, все, ну, вообще все, они все практически, вот у них шаблон, да? Кидай на карту и все дела, короче. На карту и все будет хорошо. Сделай мне приятно. Ребята, вы понимаете, что у них скоро даже вот именно ощущение от секса атрофируется, потому что для того, чтобы сделать чаечке приятно, ты должен, блядь, я извиняюсь, болтом своим постучать по ее кредитной карте. И она стала такая, ой, как хорошо было, да? Потому что там это все как бы, ну, оно атрофируется, потому что им только бабки интересны и все. Да, возьми болтом вот так вот, поводи по карте, она вот такая будет, да? А, соответственно, до этого как бы в методах контрацепции это будет не презерватив, ребята, а 100-долларовая купюра. Обернул болт 100-долларовой бумажкой и войди по карточке, ёпта, блядь. И все, она оргазм получит, ребята. Вот такой вот джойстик манипулятивный будет. Ё-моё, ребята, ну что это такое творится, а?